الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые братья и сестры, я бы хотел бы сделать небольшое назидание по данному вопросу. И для начала я бы хотел обратить ваше внимание на некоторые моменты. Как указывают алимы, вот все, о чем говорил посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, своим сподвижникам, все эти аяты, все эти хадисы дошли и до нас. То есть, во время сподвижников это были люди, которые всю жизнь грешили, всю жизнь совершали зина, прелюбодеяние, всю жизнь употребляли хмельное, всю жизнь обманывали, обворовывали. И когда они слышали один аят, одно слово посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, они менялись. Они из самых нечестных людей становились самыми честными, и самых грешных становились самыми праведными. И теперь вопрос, почему они, слушая несколько, один аят или один хадис, становились лучше, а мы нет? Что нам мешает? И я же отвечу на этот вопрос. Что мы упустили? Мы упустили, мои уважаемые братья и сестры, любовь. Любовь посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям. Когда человек любит что-то, он не может следовать за этим. Когда человек любит кого-то, он готов пожертвовать своей жизнью, пожертвовать своим имуществом, своей семьей, всем, что у него есть, и еще занять, и этим тоже пожертвовать ради того, кого он любит. И теперь, почему я говорю о любви к посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям? Сегодня, альхамдулилля, у нас тут, да, реликвии выставлены. Все время идет поток людей и так далее. Альхамдулилля, все радуются. Мы считаем город весь чистый. Никогда, наверное, так люди не очищали свои, перед своим домом. Наверное, так ответственно не относились к порядку и чистоте. Но все ли мы сделали? Вот в чем вопрос. Почему я говорю? Вот сейчас, когда человек готовится к какому-либо празднику, празднику Ураза Байрам, у нас мы делаем ремонт во всем доме. Мы готовимся к этому празднику чуть ли не за неделю. Женщины эту неделю, последнюю неделю не спят, ходят с синяками под глазами. Мы готовимся к этому. Что заставляет готовиться к этому? Любовь к празднику. Или же человек бывает, что собирается вступить в брак, девушка выходит замуж, парень женится. Этому тоже мы готовимся. Готовимся чуть ли не годами. А здесь мы сказали, мы выставили реликвии. Для некоторых эти реликвии предметы. Предметы. А для человека, у которого есть сердце, у которого есть душа, у которого есть частица любви к посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям, это нечто большее. И здесь, когда мы говорим о посланнике Аллаха, алейхиссалату вассалям, я хочу обратить ваше внимание на некоторые моменты. Для некоторых посланник Аллаха мертв, умер. Для некоторых нет. Для некоторых нет. Почему? Потому что у некоторых имамов есть отдельные книги, в частности, у имама Байхаки есть книга, называется «Хаяту аль-Анбия» – «Жизнь пророков после их смерти». И где он приводит множество хадисов о том, что после того, как заканчивается время жизни каждого из подвижников на земле, на этом ихняя жизнь не прерывается. И в доказательство он приводит хадис, когда посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, ночь Исраа, ночного перенесения, пришел в мечеть Аль-Акса и совершил намаз имамам, и за ним совершали намаз кто? Пророки. Как? Пророки же умерли. Так вот, имам Байхаки говорит, что пророки, они живы.
сейчас тоже жил. Это, мы говорим, не мое мнение, не мнение какого-то человека, не дагестанца, какого-то, это, не дагестанского алима. Это имам аль-Байхақи. Далее. Были люди из ученых, которые считали, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, жил не только лишь душой, но жил даже телом. В частности, у имама Суюти есть книга, где он это доказывает. Так считал имам Суюти. Имам Суюти тоже не человек маленький. Это человек, которого ученые назвали, что он Муджаддиду л-Аср, обновитель столетия. Он говорит, у него есть книга о том, что посланник, он после того, как окончился его срок жизни на этой земле, он жив и душой, как говорят все. Он говорит, помимо этого, имам Суюти говорит, он жив и телом тоже. Также говорит имам Ш-Ши'рани, также считал, например, такой же ученый, как Ахмад ибн Зайни Дахлан. Теперь вопрос. Посланники живы, пророки живы. Теперь, вот сегодня, вот те люди, которые приходят сюда. Тот посланник, который живой, он их видит. Оставит ли он этих людей без внимания? Вот в чем вопрос. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, который живой, по мнению алима, ученые говорят, он живой. Оставит ли он этих людей, которые все время здесь ходят и просят Всевышнего, оставит ли этих людей, посланник Аллаха, без своей мольбы, без своего шафаата, без своего внимания? Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. И сегодня мы, когда говорим о любви, вот здесь мы встречаем реликвии. Да? Здесь некоторые алимы говорят, мы все равно, что встречаем пророка. Почему они говорят? Они говорят, потому что они считают, что пророки живы. Также они частицу пророка встретили, значит, они встретят внимание пророка как минимум. И теперь вернемся к началу. Да, мы подготовились, мы приготовили город, да, почистили, аль-хамдулилля, порядок. 300 человек стоит сегодня, да, вот здесь это все занимается организацией каждый час. Но разве это достаточно? Мы же не кого-то встречаем. Мы же не обычного хакима какого-то там встречаем. Говорят, в Азербайджане, когда едет президент в какую-то местность, там во всех этих улицах благовония брызгают. Неужели мы будем уважать своего посланника Аллаха меньше, чем жители Азербайджана своего президента? Неужели наш посланник, алейхиссалату вассалям, достоин меньшего внимания? Или неужели сподвижники меньше уважали посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, чем жители Азербайджана своего президента? Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. А говорить можно много, братья и сестры. Этот ни'мат, альхамдулилля, Аллах мне дал вот сегодня. Я могу сегодня вот так пройтись. Валлахи, я не знаю, будет ли такой у меня второй шанс. Знаете ли вы? Знаете ли вы? Валлахи, я не приложил к этому сотую часть своих возможностей для того, чтобы проявить любовь и уважение к посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям. Проявили ли вы? Вот это я хочу вас спросить. Братья, сегодня-завтра это закончится, этот ни'мат закончится. Давайте чуть-чуть соберемся. Сегодня-завтра наша жизнь тоже закончится. Давайте чуть-чуть соберемся. Чуть-чуть больше сделаем дуа. Обратимся ко Всевышнему с искренними, открытыми сердцами. И иншаллах мы получим милость Аллаха. Иншаллах, мы получим шафаат посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Иншаллах, мы получим счастье и этого мира, и мира вечного. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.